Неплохо, нормально. Плохо было бы. Скорее всего, так же, как и мы. Просто они чуть дольше сидели. Сходите к этому, к телепортации. Ури тряпнулся там, погнали. Мне кажется, Глю нас в чем-то наебал. В чем? В чем? Что ты приходил сюда и выжил? Ну, а нет, почему? Я отсюда и тэпался, я выжил. Ой, сука. Просто мы не выжили. Один слиться с тенью, когда вот сюда. Да, я слышу, подожди. Да, было бы неплохо. Вернее, даже... Ну, хотя, давай, сейчас. Разъюзов нет. О, отращись. Это когда разъюз важно, чтобы был хоть секунду, секунду. Я думаю, мы доступ. Придевайте. Ну ты на CSPD-шный не хочешь? Чего? Фласку. На малч? Угу. Да? Нет. Все, с такими идеями можешь выжить. В смысле, блядь? Объясни, почему она хуёвая? Потому что меня убьет. Ну, тебя бесовая атака вроде убивает, нет? Ну, да. Ну, типа, я урон по себе снижаю. Не надо себя сильнее хилить. Ну, хз. Так ты его снизишь и по себе, и по всем. Кстати, сейчас я... Мы убили гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Какой-то... Сколько у нас? Я босса играл. Почти. Иногда либо... Я много боссов, мне кажется, побил. Я отдал ему доступ. Белям, ты поцелил босса. Откройте канал, или... Открыл, открыл. Та самая временная проходка. Та самая. Да. Алло, ну я дал ему. Привет. Здрасте. Что там это? Сляк, что за проблема? Ну, погибли лимба. Убиваем. А что с этим? Маг, разбойник, шаман, да, вот это. Ну, два пава, так все. По миликам у вас что, разбойник ретрик? Два ретрика, что ли? Ретрик, хогово. Так а в чем проблема-то? Просто не бейте, просто не бейте, пока, ну, пироманта не кинет, и все. Нет, ну это. Блять, нет. Мы не настолько давны, мы убивали, просто мы кидали два бопа в два пироманта, а сейчас, типа, это. Сейчас, типа, ну, много мобов, что там больно. Душит. Ну, по одному выводите потихоньку, и все. У вас вы в одного танка били, да? Да. Вот мы решили спекнуть вара, а потом вара кидает пироманта, и мы. И мы сдохли один в 9. А что, вас слякать танчит? Так слякать как нихер делать этот танчит, это выходит. Ну, бывает, да. У нас есть постреты. Эти клоуны подумали, то, что будет заебись, если я буду держать мобов. Это как в итоге я в контроле, блядь, прожал все прожимки, они охуели от жизни. Пизды дал просто. Ну, у нас просто есть всякие ретрики, которые любят нажимать бурю, вот этот Т4 в мобов, и умирать нахуй в них. Ну, это как бы да. Это так, конечно, не убить.
Я смотрю, вы забили, да, на погибель по стрелке, это молчезара попроще. Ну да. Понял, понял. Мы сразу за нее забили, мы сначала на оперу пошли. Не, ну если вы опер убиваете, значит вы это говно тоже убьете. Да мы и погибель убивали, просто это. Раньше проще было, я что-то. Я в принципе так и думал, ну типа, что он так скажет. Очевидно было. А не, зачем ну, было это главное? Если есть ретрики, ну есть же там контроли, ну давайте, а что тут сложно. Как говорится, сыграйте лучше. Ну. Лапки снимайте вот это. Пристабаф на тему. Контроли давайте. Кстати, бафы снимать хорошая идея. Может, Макрос напишет, что его баф снимал? Напиши. Самоните, кстати. Я, короче, Редаром бегал, короче, на варе своем. Вот эту вот лапку не снял, у меня Мак 8 подряд шипов не смог дать. У меня чел на роге, блядь, под сопротом был, я в нем 6 раз был. Чё, где пенетра, блядь? Хочешь шмотку надену на пенетра? У нас вот Мака должно быть пенетра, Мак же ПВП, что такое? Да, если не давай в танк, там вроде, Ури. Ури не танк. Мы тогда не пройдем этого босса. О, значит мы просто без давности. Собственно, как я и думал. Да, да. Ты, да? Я пошел да. Нахуй. Так там проверьте, там 10 минут нам не хватит, да, если чё. Сопрота только бахните. Чё, мне билд делать или чё? Какой? Да, 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 да. Да, да. Да, сука. Мы тут, думаю, скажем нет, типа, или чё? Не знаю. Конечно. И ну посмотрим, может глюпа легче будет в этот раз. Посмотрим, вот мне как раз и интересно. А чё интересно? Я уже, блядь, сейчас был вам буду. Посмотри, какой классный класс. Смирок, сколько у него камней на мастерство. Танки, блин. Я нашел один целый такой, знаешь, типа, если брать. Я про этот класс вообще без комментариев. Этот класс, он весьма балансный. Я вижу разницу. В городке есть мастерство. Все. А Ксинга сон пришел, да? Сейчас я забыл. Думаю. Так, с беса, блядь, не смогу снять, сука, не бьет. Ты с ответного удара скидывал. Я знаю, но не хочу, не хотелось бы. Да похуй, убили тогда, я сейчас убью. А, блядь, тут бутылку надо же еще, где бутылка, вот бутылка. Как бутылка, блядь, Рангия. А, ранги, кстати, ранги хорошие вещь. О, прикольно. Ладно, они не осилили Терестина, решили на оперу пойти. А, да? А, да? Вот как мы, короче. Нет, только мы, мне кажется, более объективно сделали. А что тебе надо, сопротик? Да, ему сопрот надо. Два. И ури масло намажь. Да, банки оцепенения у всех что, есть? На мне масло закончилось. Угу. Жизнь, боль. ББ. Вот эта штука, если нет, то давайте мне трейд. Танковскую банку? Это сопрот? А, эти духи на защиту. Подарите духи. Или этот... Кому? Нескрушимости типа зелья? Чего? Нет, нет, духи вот эти на защиту. Духи у меня нет. Духи у Ориона есть. Там у Ориона ресли, но-то ничего там фармили. Может у них есть? Ничего есть на исполнении? Фармили, нихуя да не есть. Фармил. Да, а, вообще, да, у меня есть духи. Там бесполезный айтем в игре. Завтра попадет, ну, послезавтра уже попадет. Угу. Артём, знаешь, как умею? Чё, да. Послезавтра, завтра? Завтра там до 10 часов. Здорово. 10, завтра. Я тебя воняю.
Ставь метку. Надеюсь, он не залагает, я смогу метки поставить, мне не придется писать. Его пиши. Его. В этот раз без релоуна. Челсу поставили, он сейчас побежит на нее. Хасткрит плащик хоть один, блять, за последние два месяца. Да не, бред какой-то. Его не существует. И долгонога, и кольца. Не здесь не существует, и ВВК тоже десятки не существует. Не вообще. Снотику, кстати, вот это он падал уже долгоног. Как же админы это самое... подкрутили, чтоб типа, блядь, донатили, не знаю, или что. Вот бы нам тоже падал. Так, часова где стоит? В кресте? Всё, пол, в смысле? В кресте, да. В кресте, ну что, все рейд нажали. Два. Блин, вы ж не по приколу жмёте? По приколу. Совершенно по приколу. Все, давайте, как обычно. Один пол и оффаем. Я думаю, на первом взорвемся. Окей, еще раз я бегу. С хилов там первый снимаете, а точно с меня декурсили первым. Визерон и Глю первый декурс. По пати просто раскидан, но не так, как обычно. Блять. Дебаф улетел. Давайте немножко сдвинемся, чтобы сова не горела. Ну, пусть он вперед пойдет немножко. А, ну либо так, да. То есть... Хорошо, блядь. Хорош. Вперед, блядь. Хорошая идея, люди. И горящая сова горе в семье. Ты чё? Один хуй задевает. Верно. На руки некуда давать деваться. Сбежались. Они разошлись. Да, сбежались, нормально. Все, разошлись. Так, что? Сейчас готовьтесь, реслин сокру жмет и Т4. Готовьтесь. Жмите. Сыграем. Зерон Ориона. Леша, брок. Брок еще очень дожди, наверное, надо будет. Наверное. Наверное, реально. Так, после кольца сбегаемся. Сбежались. Симпсон хваку. Разошлись. О. Вот это уже то, что мы любим. Ну что, парни, погорим? Глю сокру нажми, сывич надо будет давать. Сингсон Куриону сингу дал зубы. ПБ. Орион шоу. Он шоу не нажал, реально. А, да? Сейв искали нажать, блядь. Чё да, блядь. Рэнч. Так, после этого сбегаемся. Сбежались. Сингсон Корион. Зашлись. А, блин, почти последний таргет для диспауэр, это грустно. Я не бью, это шо вообще? Кольца подбегу. Сейф нужно быть честным. Сливы надо нажать будет. Капли дайте, пожалуйста. По тем, кто не умрет. Мне капли дайте. Мне капли, пожалуйста. Какой-нибудь капли дайте мне.
Залетал. В РК, да? Да, куда? Он не дохилит в соло? Ну попробует, но вряд ли. Нет, он сухой. Он сухой, да. Ну каплю могли кинуть. Не кинули. Значит, падаем. Что, блин, страшно, пиздец. Не, каплю бы дали, убили бы. Сбей. Кури хуесоза руинил, блядь, ебаная. А, либо Шивэ не нажал. Ну, типа, Шивэ не жмется, капли не жмутся. Нажмется, убьем. Понимаете, что с вами мысли вы, когда мы не сбегаемся и на вас прокает? Видите, на вас прокнуло пожирающее пламя, сдайте что-нибудь. Ну, типа, зубы в меня не нужно сдавать. Хорошо. Сдай кого-нибудь лучше. Да, зубы не дал бы, тоже убили бы. Ну... Было пару что моментов, быть? Когда в Сингсонга залетал и умирал. Единственное, в кого зубы... Потому это, что бета ебали, ебали мне. Бета лучше хилерально. А чё, бомбани в натуре за УП какая-то? Да? Нормально у него всё. Поменяешь его. Конец. Слышите? Единственное, в кого в зубы, это, наверное, только в меня, если типа полетит. А чё ты меня? Святую клятву вообще не юзаешь? Она же регенит хорошо. Кинь хила в другой пати. Я слышал. 15% порегенился. Клятву по 2 минуты. Там только прожиматься надо. И лучше, чем ничего. Пожалуйста, по сейвам лучше отыгрывать. Тем более, я в этот раз еще и заанонсил. Юй, давай броху плохо. Понятно, типа Глюморт не мог кинуть, пока хилил. А Эрисленморт далеко стоял, я не знаю, что поражение. Так... Нет, ну нет ни одной причины, вся надо дать. Ну типа. Я что же не тупой, я же понимаю, что если вы даете мне каплю, то я вас подхилить должен. Так как, ну все, по бафу вроде у всех все есть. Да. Горче. Че там глю? Сейчас, погоди, я ману установлю и попробую кое-что сделать. Страшно звучит. В прошлый раз идея была точно хуевая, я помню. Ну ты скажи, что ты хочешь. Мы оценим. Да блять, я лайн жертвенности не добавил на мышку. Да, ипать не нормально раскинь, бля. Да что не так? Чё тебе не нравится? Я не должен быть сесерой в одной пати. Как минимум. Что, ты его не любишь? Нет. Что, он топ-2 DPC? Как и... у вас нет редара, ща. Мне к хаку надо. Я должен быть у хаку, но Хисера со мной не должен быть. Гадкий нахуй, да? Презираешь его, да? Да ты... Всё нормально, тебя всё устраивает. У меня не хватает крита, у меня бафа нет какого-то. То есть глюй меня вот так у меня, да, вот так, да? Чё? Я ничего не говорю, у меня не хватает, говорю, крита, блядь, что бафа нет какого-то. МК? Есть. Теперь, блядь, перекап, нахуй. Чё? Ладно, шизоид. Ну ладно, допустим. Я ебу, у меня крита не... Глюк, там, кстати, карту добавились на регион. А, всё, забей, нахуй. Магазин. Уже апнутую. Чушь забить. 3, 2, 1. ПС. Я отойду за рану. Вот еще. А как же мы в 0-1 отходим, блядь? Еще пиздец. Еще у тебя раз есть? А, Миша раб, во. И Кура быстрее будет фурии. Типа, тебя проставил.
А я, блядь, хилю, не пойму, чё, блядь, от хилу-то нет. Реально, кстати, я сейчас тоже, типа, сижу, такой вот что-то. Хотя, я вроде с хаком, ладно, я, наверное, просто не хилю. Не бездарь. Ой, фурися, последняя очередь, танк тоже последняя очередь. Меня после глю. Теряем ДПС. О, красавцы. Лёш, видел, как хреново стало? Вот Фири, выйди там, Галем. Из Галема немного выйди, там вперед можно. Блять, вперед это страшно. О, не горишь. Вроде. Нет, горишь. После этого сбегаемся. Сбежались. Блять, больно. Зашлись. Не больно, мой. Там у вас 4 человека. Куда? Страшно. Мне страшно. Оружие спиздил. Ну тоже нормально. Делаю, кухо. А, так, Арислин, готовься нажимать, это 4. Свои сейвы не жмем. А, жмите. Это 4 искру. Арислин, слякось. Понял. После следующего кольца сбежаться надо будет. Сбежались. Рассин хукуап. Разошлись. Я чуть не убил, блядь, зерону. Фиговец. Так, сейчас у нас на своих сейвах. Не жалейте сейвы свои, пожалуйста. Слякать в эфире. Ладно, мой бэт. Остаться не падаем. Думал зубы дать. Падаем. Я думал, выживет. Ну, тыкнул дубовую. Ну, я видел. Вот. Ладно. Ошибка моя. Извиняюсь. Надеялся, что выживет. Что там говорили, карту добавили в магазин? Да. Что там? Ну-ка, дай-ка. 3К. 3К. Ну нахуй. Ну ладно. 3К. 2800. То, блядь, чё возьми ты себе в Аланир 30К всего? Ну ты в 10 раз меньше. Не боись, скоро будут скидки. Глю, а потом ещё один в Аланир, когда будет этот, в Ульдаха. Там оверхил, кстати, не очень большой был. Я уже предложил. Не так немного сделать. Вариант, чтобы хотя бы для статика бабки были. Реально, подбейте этого, блядь, Фиеста, нахуй. Угу. Значит, 30 чего? Осколков собирать. Ну, на ульту. Фу, безумие. Ты безумие. Так чисто времени не хватит катать. Соберут и потом лернуть, как баранья. Рыбу ешьте. Не, ну, блядь, хэпалу Баланир, это, конечно, типа... Ну, это вообще охренеть. В эфире рыба. Типа, там немного того СПД, типа, похуй на него. Ну, что он потеряет. Да нет, там Баланир, это вообще обалденнейшая просто тема, блядь. Не, ну, понимаешь, ладно бы он, если бы стоил там, ну, 5-6К еще, ладно, может быть, можно было взять, но... 3-5. Просто надо было, типа, делать на освоение и все. Вон у тех же этих экзальтедов, блядь, там и немезида, и у кого только нету их.
Там у всех есть. Ну, все хилы слонерами. Да, да, все. Ага, конечно. Ури. Но я и помню, он ныл на форуме, блядь, типа... 5, 4, чё вы... 3, 2, этот... 1. Чё не падают осколки, типа? Это ты в слякоть дал каплю, чтобы потестить? Да. Я все вижу. Ладно, хоть не солю нажал, уже хорошо. То правда. А она с рук хреново работает, я ж пробую. Капля или солева? Солева. Подаем. Го переведем просто куда-нибудь. Куда, блять, стойте нахуй, бейте. Ладно. Да не поманивайся. Алло, рекурс, можно? Спасибо. Шо, Ро? Вон вы просто, вот два хила, блять, стоите. Шаг назад сделайте. Он проще рессартный, но, блять. Я тебя сейчас в душу плюну, старый. Бейте босса, блять. Хоть это пиздеть. Хорошо, минус мораль должна отсутствовать в рейде. Только победа. После кольца сбежали. Да, сбегаемся. Сбежались. Зерон и Рислин. Все, хорошо, разошлись. Ой, я просто 10-я цель для рекурса. Рассказывай. Я раньше декурсит, чем так, блядь? Готовьтесь, Т4 сакру давать. Жмите. Урих клапну. Шо? Глыба лишняя была. Так, после этого сбегаемся. Сбежались. Каплю тоже в помойку выкинул. Не надо было жать. Сейчас на своих сейвах надо будет. Рестлинг Хесера. Так, после этого сбегаемся. Сбежались. Ой, даже дизаром потом. Вот Фурия, не декурси себя первым, блядь. Последним, ты не дамажишь все равно в этот момент. Очень много, наверное. Так, сейчас сывы надо будет сдавать. Готовимся сывы давать. Т4 как только откатится. Сокру то же самое. Чекова тихо клапну. Ой, как хорошо. Все, добивать. Слушай, ну, кстати, смотри, реально, у меня сейчас 26%. Тихо, 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 тихо. Так, после этого сбегаемся. А, ладно. На первой линии. Перевели, перевели. Плюс мораль сразу спамим. Будет пиквы, блядь. Понял. Крик. Снял пожирающий. Готовься окружать.
Жми. Смотри, у него маны. Ну, сколько уже может быть? Сейчас я ночью один, я что-то не мало. Ну, он тебе поспевал, все. Сразу влево-право рейндж. Ахил. Быстрее, быстрее, быстрее. Не двигайте, босс, не двигайте. Не задержи, нажимайте, потому что не поистел. Так, еще этот, аккуратней там. На ластаках. А, да? Может, где-то проходили это. Синсонга, не декурсите. Иннер не заливай. Че у тебя? Вылетело, что ли? Да? У кого? Убьем. Похуй. Без него убьем. Как-то, блядь, в радиус декурса зайдите там. Не декурсите Синсонга, пожалуйста. Да курсы просто типа хилов, танков и все. Тут больше некого. Ну шкаф ставь, чё. Чем еще сказать? Синсонга не декурсить. Ну мы должны и так убить, по идее. Ну, попробуем хотя бы. Ну, типа, фурик сильно бурсит. Так, что там, Иннер? Ну, можешь на ману хилов посмотреть. Сам решишь, кому закидывать. У меня 93, у него 98. Поправочка 99. А, нет, 100. Мне потом закинешь. Что, тогда есть смысл ждать или нет? Гера ждем. А, 7 минут вот эту хуйню, да? Мы Геру ждем. А БР есть нормально все то? Да, БР есть. Камни, камень есть. Можно и сердце подождать, кстати. А я стоп, он висит. Висит. А, да похуй. Так, давайте. Паладин, напоминаю, вы жмете в этот диван, если а у вас что, если Урич зайдет, его сюда не кинет, да? Нет. Да не скинет. Босса не выходит меня просто, когда убьем, если убьем. А, понял. Мне не нравится твое ест. Так вот. Ну да, печально будет и все. Че, ребят, давайте. Да, фласки надо перепить. Не сразу, фласки точно перепиваем. Нет, ну чтоб прям все не пожалели, типа. Кто пожалеет гигастатика? Я пожалею. А чё жалко-то будет? Тебя, Ури, завылит и кикнем. Так, пошёл в жопу. Так, мне имя разливай. Ну, диваны понятно, БР, если кто-то сдох, понятно. Кнопочки проверьте с этой хуйнёй как-то. На зелье выставите. Не-не. Я попробую задоджить на роге. Я вот сейчас посмотрел на стол дивана и понял, что у меня только один ремень. Ну вот. Я пока найду тему на форуме, которую оставлял. Пирую относительно содержания. На случай, если я сролю печеньку. Ну, пойди, если мы не будем лутать, ты зайдешь. Я не помню, как это не удается. Ну это по идее. Скорее всего, я просто утону ОД, блять. А глюхи не пока, я пойду сейчас канцелару напишу. Там что-то по ощущениям сейчас понадобится. Что-то навесил. Так. Может тебе написать, а ты будешь пока это? А, ну давай тогда, я тебе просто поперну. Угу. Пиши мне на божественное, там, не знаю, что, вмешательство, по-моему. Да-да-да. Еще рабс. Ну все равно быть готовься, если вдруг не сработает. Понятное дело.
Вроде уже немного осталось. Безмятежного тоже. Это вообще хороший игрок. 3 минуты, Гера. Ой, Блюков. Кто еще танчит? Какой цикл сейчас? Сейчас ДК танчит. Ну вот. Пока Реслин танчит, надо будет пробить босса и все. Ну и так, опять же, зелье на панели проверьте. Готовьтесь по тихой фласке перепивать на ДДМ. Хаспотки никто не жмет. Фобурсы будем сдавать. Надеюсь, мы сможем. Давайте тогда еще так. Глю Нэш, бафы Нэшки в меня. Какова от Сингсонга, хаку в себе. Ну это. Ты расскажешь. Че, в кого? Я сделал Нэшку, блядь. Ну давай пройдем, блядь. Глю в меня. Бафы Нэшки. Глю и серу, я понял. Да, да. Чекова от Сингсонга, хаку в себя. Че, не скидывать? 10 секунд осталось до скидки. В глю скидывайте? Да, домашний, алло. Декурс меня. Тингсонга, декурс. Домашний все, РДД, давайте. Лям пробить надо. Декурс. Реслин же много держит. Как мы проверили. Там стяк что ли забрал? Нормально переводим. После шипов сразу можете фаски перепивать. Это стопните, декурс, декурс? Декурс, да, давайте. Переводим. Давайте, фул декс. Стоим на месте, куда не бежим, Геру. Кто хаспутку не пьет, блядь, да. Синг, блять, да раз. Я больше дам уже. В эфире. В эфире, в эфире. Зелье выпить, зелье выпить. Хорош. Быстрее 2% добить. Пациентик. Во время каста убить, давайте. Даже без каста. Чё не кастует? Не знаю. Пока? Ладно. Разбежались. Разбежались. Синга первого вводим, я выведу. Аккуратненько, аккуратненько. Вывел все прохил, я отошел. Саву теперь. Ищи серу прохил. Мы с Юрием. Я вывожу. Аккуратно все. Не бейте никто. Кикнул кастом. Раньше. 3000 у него удился. Все нормально. Блять. Я сейчас уйду, Хисер. Я после ка. А, ну и так. Я срок кольцо подожду. У меня рэнж 10 сбился. На ком там сейчас пожрающий будет? Аккуратнее. Там реслинг там какой-то. Нормально, да, надеюсь. Там масс-сейф можете взять какой-то. Я зубы свои отдал. Да просто. Босс не утайте, пожалуйста, только давайте посмотрим. А, босс не трогай срок. Может сейчас хатпотки нравится, кстати, у кого есть возможность. Ты 4 ДК, если не сюда. Да все, убить его. Сейчас умрет кто-то. Не лутайте, не лутайте, прям заходи. Не умер. Да, ну вот и далее, но все равно произойдет. Че, он далеко? Заебись, сумоньте. Что там будет это? Я в ледяном мире. Лидер мир хочется нарыть. Гусь следовать, гусь следовать. Вырубай стихи, пошли бегать. Там нечего исследовать. Я пока в КМУ, я там все пробегал. Че интересно. Ты можешь полутать? Так, я понял, УД не дали. УД нам дали, сказали. Не, УД не дадут. Плащ, заебись. Ебать, вот такой палец существует. Дайте коня. Сейчас мы еще драться будем за это колечко, да, видимо, с Реслином. Ты стакать надо?
Блядь, на самом деле надо, плащ, таких плащей нахуй, ВБХ да. И, блядь. Артём, а ты второе кольцо не хочешь? Слякать надо, заткнитесь. Крипта. Да. Чё, какое второе кольцо? С этого. Смотрите. Не-не. Сюда! Мутик везде, пиздец, я с двух ног влетаю на СКД 25-ки. Типа, я хотел с этого, с ИВК. Да нет, 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 собрат твой. Второй раз ты обосрался. Чё, перероливай. Или погоди. Вот фури. Нет, не Вайт Фьюри. А серьёзно? Вайт Фьюри, Глю, Ну, Вайт Фьюри забирал уже. Глю отказался. Добровольно. Ну, всё. Рёнок от СЭ. Ну, это отказался не просто так. Мы, типа, потом когда-нибудь, типа, ему сходим за печеньками, типа, когда у него попал. Так, пойдёмте на погибель. А то вы сейчас отказался, ура, ура. Ура, погибель. Вот такое. Вот именно, как на Алгалона, блин. Здорово. Блин, может сразу мультика сделать? Можно завтра на Алгалона сходить, кстати. У меня ключ есть? Да. Ну, типа, кто хочет именно. Не, если собираться будем для ИВК, то можно, типа. ИВК, оно нам точно надо. Да. А, ради чего надо собираться? ИВК 40 минут, боже, меньше. Ну, типа мы сейчас что, будем рот делать или еще часик посидим на погибели? Если мы если погибель за 2-3 трая, можно ИВК сказать. Давайте перекур там 10 минут и 10 начинаем до 11, так? Ну, да, примерно так. Ну, а в 11 убьем, ну, типа убьем раньше. Типа, что там, анхолика тебя уже одели? Да. Нормально. Блин. Бать кольцо сочное. А то у меня есть эти идеи. Типа Void Fury в Эрдру, тебя в Анхолика, Ресинов попал и меня в ШП. Слушай, давай. Так, а что за идея? Чё за статик новый? Куда ты переезжаешь? Физик. Я в ШП хочу играть. Еще с Анхоликом. Это же вообще гига-чат. 25-ка, блядь. Заставляют щиты босса накидать. Кто заставляет? Сам себя заставляет. Игра заставляет. Кражан. Мы тебя поменяем, если что, если хочешь. Не надо, ты чё мышмо? Печеньку забрал. Да ладно. Я тогда отошёл пока. Да, забрал печеньку. Да. Я этот документация есть. Остался Сингсонг, Хесера и слякоть. И стоит слякоть, то есть. Ну. Ну что, тогда АФК до 10, так? А, АФК 200? Ну или шо бы, не? Ну я бы покушать сходил бы. Ну я же говорю, типа до 10 АФК, в 10 заходим на часик, типа. Через 10 минут, то бишь. Да, через 10 минут. 10 а, все, короче, да, это пошел. Иду поем. Ну, давайте тогда. Кстати, есть кто? Ага. Ой, блядь, голем хуёво упал, гувайп! Гувайп! Уроды, блин. Амелика. Чем хуже тратим, больше вероятно, что он будет, типа, завершён. Ты пиздец, всё, блядь, вообще прекрасно было. Вообще, я не знаю, почему третий контроль не кинуло. Еще нахуя-то хаку в меня, пока я в зелье шип кинул. Мог кнопочку доп нажать. Они вот этот мой статик закрывают погибель в 3 хила в одного танка.
А до этого они также закрывали? Нет, два хила, один танк. Ну там танк, конечно, я тебе могу ник сказать, ты посмотришь. Ого. Сейчас. Там. Бандура. Я тебе в ЛС кину. Ты... А, нет, ты офлайн. Сейчас. Вот в Дискорде кину. Угу. Не, ну ты почти такая же бандура, в смысле. Нет. Далеко. Ну там. Как нет? Только печеньки, а вот и все. Печеньки, пуха. Ну пуха, в принципе, не это. У него шея получше. Шея, тринька, кольцо. А мы тебе эту шею не отдавали разве? Мама, она и не падала. Ну, плюс тауре, плюс... Сколько портняшка? Не, не портняшка, а кожевничество, горка. У него все профы под танк. Шизик, короче. Да, наложение, ювелирка, кожевка, кузнечка. Ебать, а что это за билд? На что? У него там 70 тысяч хп. Сильно. Так я не понимаю, что это за билд? Влади сейчас. Ну, так, есть? Билд. На магика, по-моему. А, ну это еще нормально на это. Копыта, в принципе. Наверное. Чё? Да ничего, завали ебало, с тобой никто не разговаривал вообще. Ой. Извини, пожалуйста. Ладно, сейчас приду. Миша, давай, бро. Миша, давай, бро. Я хотел посмотреть, как мы умирали, но погибели. Скоро посмотришь. Грустно как-то звучит. Согласен. Ну хотя бы молча. С четвертого там трое. Так, ладно, чё? Чё позже зайду?
Так, кто тут? Нужен этот. Нужен общий мозг. Максимально мощный. Пора придумывать тактики. Какие тактики? Погибель, ну что еще? А ну, слышишь, мой статик вот в 3 хила бил. Твой статик? Именно первый, да? А? Это твой, который... Какой? Ну, который моей гильды. Понял. Три хила. Ну, вообще... Вообще... Ну, не так плохо звучит. Что звучит? Три хила. Не, не буду. Ну чё там? Ну заходи, смотрим чё. Чё, мы заходим? Заходите, кто тут. Так, Кирь, ты готова заводить? Алло. Есть, кстати, стрим, как они убили это погибель. Где? Меня смотришь? Ну и. Сделайте, пока я себе по макросику скинул. Я скинул там. Три часа. 18 минут. Ну, я бы нашел. Ну, спасибо. Че скатилось, да? Пора подписаться. Три часа. Что? 3:18. Ох, опневодник. Я знаю этого чела. Я, короче, был на Кильданесе, делал квестики. Он пошел, начал меня убивать. Я ему... убил меня. Я отошел. Надел PvP-шмот. Пошел его убивать. Мы били с ним 8 минут, я его убил. Пошел дальше квесты делать. Он обижен, пришел ко мне. Начал опять до меня докапываться. Мы 10 минут дрались. Я его опять убил. Он... Потом я пошел дальше квесты делать, и он опять на меня напал. Мы еще минут 15 примерно дрались. Я опять его убил и ушел. Было весело. Какой-то клуб хейтеров. Как неводник. Клуб хейтеров. Я сидел, развлекался с ним. Мы с ним минут 40 дрались суммарно. Эхо Копли говорит, что он два избегал с ним. Да. Давай. Ну ты можешь по полосочке вести, вот это, видишь, красненькая, которая идет мышечкой, можешь вести и увидеть, где они уже бьют ее. На 28-й нажми. Куда? Вот уже отчет 8. Да что мне... Давай смотри, посмотрим, блядь, как они бьют вот этот момент. 40 тысяч на. Вот, смотри, надо это... Деда, блядь, смотри, прокас, как... Прокрас, смотри, прокрас, ты смотри. Ротация. Деда, смотри, как надо хуярить. Не, ну он просто по-любому сильнее на кнопку жмет. Он вообще выбор славы не кастует. Так наш тоже. Никто выбор славы не кастует. О-о-о, вот это я, ШП. В моих мечтах. Пиздец, два лока. Чё это вообще нахуй такое происходит? Тут миликов нет. А-а-а. Не, там ё-май, кот. Кот есть один. Там ДК. А-а-а, о, кстати. Идея прикольная. Не, бить. Не, бить. Стоите на компе Роман, просто максимально далеко убегает. А нахуя?
Давай, ну, чтобы он потом дольше шел, и можно, ну, сразу косты свои не кидал. Если они будут, если они, например, в нас убегают, пока условно вы дадите в него ту кнопку, они что-то кастанут. Мгновенно. Нет. Неприятно будет. Контроль быстрее, чем каст обычно. Поле, фир и хекс очень быстро кастуется. Ну, после да, контроля вообще кастов не должно быть. Не, ну, это два так делали. Убегают, типа, на противоположную сторону, там, туда, блядь. Ну, вот, а, ну, вот, они очень далеко отходить от бесов, видите? И то, что они далеко стоят, все нормально. А мы близко стоим, у вас очень больно бьет. Ох, слева. Давай тащим его. Танка нашла. Молодцы. Получается, сейчас убьем. Причем я еще хапневоднику раза два примерно во время этого файта в ЛС писал, он не отвечал. Часы. Жить, чё? Чё? Да они... Они как-то так долго выводят или что это? У них только второй стак сейчас повесился. Это у него. Это у него, он в контроле. А, это у него. Ну, next посмотри. Видишь, танка нет. И команду хилу давать некому. Тут 4 стака даже под этим. 5 стаков, да, даже да. Когда его вторым выводили. Конечно. Там стаков 7-8. Это нормально. Ну, короче, надо к бесам не подходить. Юль, танка видишь? Вот это страшно, блять. Мне, кстати, сразу не уводят, они ждут пока беса. Да нахуй. Да лага. Добьюсь. Он собрал всех, потом они начали только бить вроде. А их на пула нет. Угу. Ну я на пуле нормально все равно не смогу. Сейчас пойдем мы в муте, могу здесь побыть. И в муте по на пуле. Тут можно Эрсинов хапал аспектом. Перехила, конечно. Зачем? А, не в Тихила? Да. Это минус репа. У них хапало. Слышь, может я хуйню спрошу, но власть это у андедов снимает контроль или нет? Не, забей, ничего не снимай. Да хуёво, нахуй на то нужно, блядь. А если спим с Авувардру, чтобы у нас торфова не было? Ну... Ей. Сова ладно, раньше. Нет. Сова раньше, ладно, но... Не есть коль... Есть Сердолик вот один. И Багровый Рубин с собой. Еще раз. Да. Еще рабс, давай. Ну ладно. Ну и чё, умник ёбаный на Зероне? Блин, стаков много, ебёт пиздец! Ёбаный мурат! Вы просто же стоите под бесами. Дальше уйдите, не дамажить не будет. Вон. На кота смотри. Потом. Я отвечаю, Арсин подойдет, нажмет бурю и сдохнет. Видишь, он уходит кот сначала. Кот сначала уходит, видишь, он не бьет. Кто не бьет, пока есть эту лужу. Потому что мобов собирают. Они от лужи уходят. Он просто сидит, курит бамбук секунд 10. А вы, блядь, что, в луже нахуй стоите? А потом уже подходит. На миликах. А у нас, кстати, типы в луже стояли.
Ебать, вы фрики. Я ни разу не стоял, не знаю, как вы. Азерон, ты Кесеру прохиливал? Тут я всех прохиливал, там всем больно было. Вот и все. Че, все тут, че нет, тут все? Заходите, into the game. Всю мани теряю. Ща, еще не слышишь. Так, теперь только вопрос, надо ли нам третьего хила? Считаю, что если это милик, то можно. Ладно, давай. Иди, спекайся. Будем в два хапала, как гений. Давайте по. Не зря ж новый спек шмотки давали. Ну там офспек, блядь, сильнее мой спек. Нормально. Папа Марли, я Майка. Нет, это здесь, человек. Ебать, какой. Ну, блядь, даже шея нахуй есть. Остро. Да рескин гигачат, у него все есть. Шизует, получается.